Привет, привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами пойдем в Оазис и в другие бренды. Сначала зайдем вот в этот магазин Оазис. Это британский бренд, и как видите, здесь идет распродажа в связи с закрытием магазина. Неужели они уходят от нас? Это интересно. Вот такая обстановка сейчас в торговом центре Ocean Plaza. Не очень много людей. Привет. Рассмотрим манекены, которые находятся здесь на витрине. Видите, такое платье. Очень длинная юбка гофре, такой приятный мятный цвет. Здесь всегда продавались такие девичьи платья, нарядные платья, платья, возможно, на выпускной, либо на какой-то торжественный вечер. Вы, девчонки, у меня спрашивали, где найти нарядное платье. Вот здесь были недорогие нарядные платья. Надеюсь, не закроется этот магазин навсегда. Вот такое платье с кружевом, прямая юбка. Стоит 500 гривен. 500 гривен, это 16 евро. Вот это платье, смотрите, какое классное. Стоит 2400 гривен, 80 евро. Есть вот такие темно-зеленые, блестящие. Вот смотрите, на дискотеку, на какой-то праздник. Вот такое коротенькое платьице тоже замечательно подойдет. 700 гривен, 23 евро стоит оно. Смотрите, здесь очень много платьев на распродаже. Вот такое платье, 800 гривен, 26 евро. Здесь вот такое кружево. Опять же, мятный цвет и хорошо сформирован верх. Вот, смотрите, такая слегка расширенная юбка к низу. Очень простое, элегантное платьице. 1700 гривен, 56 евро. Вот такое вот черное платье, кожзам. 800 гривен, 26 евро. Вот это платье в горох. Здесь вот такое гофре. Крышки. 650 гривен. Такое темно-синее, строгое платье-халат. Вот такие здесь пуговички. В таком платье и на работу хорошо, и на прогулку. 500 гривен, 16 евро. Такое бордовое платье, халат, слегка зауженное к низу. И вот такой рукав. Здесь немножко присборена ткань. И лаконичный верх. Очень хорошо смотрится вот это платьице, темно-синее, кружевное. Я вас прошу, не снимайте. Вот такие платья на скидках. В общем, девчонки, в Оазис приятная цена, 600, 700, 800 гривен. Так что, кому нравится этот бренд, зайдите, возможно, вам что-то подойдет. Фальконери. Очень печально, но закрывается и этот магазин. Видите, здесь написано финальный распродаж, финальная распродажа. И смотрите, какие сейчас здесь товары продаются. Вот этот топ, написано майка, 2600 гривен стоит. Это 83 евро. А юбка у нас стоит 2500 гривен. Такая вот юбка с запахом, блестящая, 83 евро. Майка 2600, я сказала, 86 евро. Вот такой кардиганчик, пиджак, жакет, 3125 гривен. Это у нас 104 евро. Брюки 300, очень плохо видно, конечно. Ну, такой бежевый цвет, 103 евро.
Вот такое полосатое платье из вискозы стоит 4200 гривен. И это 140 евро. Вот еще такая блуза 3200 гривен, 106 евро. И опять же такая же из вискозы юбочка стоит 3125 гривен, 103 евро. Вот как это выглядит. Очень приятный трикотаж. И вот мужская одежда. Поло стоит 1950 гривен, 65 евро. А брюки из хлопка 3100 гривен, 103 евро. Армани. Вот витрина Армани. Здесь обещают нам 70% скидки. И смотрите, такая яркая футболка 1300 гривен, 43 евро. А юбка стоит так 7000 гривен. Это 233 евро. Юбка с таким градиентом, как видите. И вместе так замечательно смотрится. Так, и, конечно же, тут кроссовочки. Кроссовочки в этом бренде стоят 5500 гривен. И это 183 евро. Такие яркие фуксия сумочки. Видите, вот этот яркий наряд успокоили немножко такой черной сумкой. А этот разбавили сумкой фуксия. Так замечательно все смотрится. Но с витрины очень плохо видно, отражается. Сейчас зайду в магазин и покажу вам более подробно. Футболки 1250 гривен. 41-42 евро. Брюки 1650 гривен. 55 евро. 2650. Такого классного лимонного цвета. Около 80 евро. Красивый яркий цвет. Вот еще такие жакеты, маечки продаются. Очень много разной одежды. 2500 полосатые брючки. 2250, 73 евро. Вот такие вот брючки. Ну, вы поняли, какая цена здесь. Кроссовки 2500 гривен. И вот такие еще модели здесь продаются. Спортивная одежда интересует вас? Давайте немножко посмотрим. Видите, в этом бренде тоже идут хорошие скидочки. Женская футболка 693, это 23 евро. А поло мужская 1043 гривны, это 34 евро. Вот такие интересные яркие футболочки поло продаются в этом бренде. Так, посмотрим джинсы в этом бренде. Женские стоят 2400 гривен. Есть светлые, но тут есть разные тона, разные цвета, темные, светлые. А мужские стоят джинсы 2800 гривен. Это 93 евро. И вот такая вот сумочка. Сумка стоит тоже 2800 гривен, 93 евро. Очень много приятной светлой одежды, которая замечательно смотрится летом. Да, и зимой тоже. Вот такие еще есть поло. 1500 гривен, 50 евро. Смотрите, какая классная вискозная рубашка. Такой интересный принт. Цвет такой лосося, либо коралла. И вот такая рубашечка тоже стоит 1500 гривен. Здесь вот характерная вышивка этого бренда. Мне понравилось вот это платьице. Смотрите, стоит 2800 гривен, 93 евро. гривен, 56 евро. Вот такая рубашка. 1200 гривен, 40 евро.
Вот такие белые обычные рубашечки. 1245. Такие брючки. В общем, к ним есть. 2000 гривен, 66 евро. И есть костюмы вот с таким принтом. Видите, брючки висят бежевые. И вот такой верх. И смотрите, еще такие костюмчики темно-синие и такие фисташково-болотного цвета. Рубашечка 2500 гривен. Есть вот мужские рубашки, даже есть 3XL. 1374 гривны. 1200 гривен вот такие. 1000 гривен. 33 евро. Такая нежно-голубая. Классная. А вот такая 1500 гривен. 50 евро. Тоже с этим значком прикольным. И вот такая темно-синяя. Ну, она не совсем темная. В общем, побалуем немножко мужчин в этом видео. Смотрите, какие классные здесь рубашки. И выбор огромный пока что есть. Так что советую зайти. 1400 гривен. 46 евро. И вот такие полосатенькие. И кеды 1400 гривен тоже стоят. Вот такие классные модели здесь есть в этом магазине. И у меня есть приобретение. Купила рубашку, потом покажу вам. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось это видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. Комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока. С вами Татьяна. Будьте здоровы, друзья мои.